Один раз в году в Вильнюсе, столице Литвы, разворачивается этот удивительный базар. Традиционные вербы продают в день просветителя Казимира, причисленного католической церковью к лику святых. Нужно сказать, что жить своей правдой, заспокояя наши потребы житевые, чтобы Пан Бог вынаградил их труды. Добрость и опасность Божия. Литовского короля Егайла большинство литовцев приняло католическую веру. Некоторые сохраняют ее до сих пор. Некоторые. Сколько именно сказать нельзя, ведь у нас не ведется официальной статистики. Исповедание той или иной веры – частное дело каждого.